Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло этой ночью в Хасавюртовском районе. По уточненной информации, в результате аварии погибло 4 человека. Как сообщает сайт МВД Дагестана, авария произошла около села Индирей, рядом с федеральной трассой. Столкнулись сразу 4 автомобиля. По словам очевидцев, 46-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-21-120, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями «Лада Приора» под управлением 25-летнего жителя Хасавюрта и «Киа Рио» под управлением 30-летнего жителя села Индирей, а также с автомобилем ВАЗ-21-101, за рулем которого был 35-летний мужчина, проживающий в том же селе. В результате ДТП водитель автомашины «Лада Приора» и его 29-летний пассажир погибли на месте, а водитель ВАЗ-2112 и еще один человек скончались в Хасавюртовской больнице.